Плехановская улица. Расположена в центре Воронежа и берет начало от Университетской площади, на которой расположен главный корпус Воронежского государственного университета, проходит через площадь Заставы и заканчивается у путепровода через железнодорожные пути. Автомобильная ширина улицы 4-6 полос. Протяженность почти 2,5 километра. До революции носила название Новомосковская. Улица играет важную роль в транспортной связи города, являясь одной из его главных магистралей. По ней проходит множество маршрутов общественного транспорта. До 2001 года по участку улицы Плехановской от Кольцовской улицы до площади Застава проходило аж 8 маршрутов трамвая. Начиная с 21 века улица стала сильно перегружена транспортом в часы пик. В конце своего пути улица переходит в Московский проспект. Плехановская улица расположена в соответствии с регулярным планом 1774 года. В соответствии с этим актом современная Плехановская, а в то время Новомосковская, считалась началом дороги на Москву, вместо параллельной ей Старой Московской, ныне называемой улицей Карла Маркса.
Старомосковская была местом жительства многих воронежских купцов. Здесь же располагались и их лавки. По бокам от улицы находились рыночные площади, а на месте современного НИИ связи стоял Троицкий собор.